Проблемы сахарного диабета, ожирения, вопросы реабилитации после вирусных заболеваний сегодня обсуждают участники Всероссийского форума «Голос региона». В Владикавказе собрались лучшие эндокринологи страны, которые в течение полугода участвовали в так называемых марафонах здоровья в своих регионах. И, кстати говоря, столица Северной Осетии выбрана не случайно. Ведь именно на Кавказе специалисты не понаслышке знают все секреты долгожительства. В форуме также принимают участие молодые специалисты, студенты, аспиранты медицинских вузов. Наши врачи поделятся знаниями, поделятся теми инструментами, которые могут продлить жизнь пациентов, с одной стороны. А с другой стороны, наши врачи хотят узнать у своих коллег с Кавказа, а какие они знают секреты долголетия.